Так, проходите. Тут у меня как в зоопарке. Там вон Катя болеет. Я ее лечу помаленьку. Ну, садитесь. Я сейчас, подождите. Постой, посмотри-ка. Ведь это Кики. Я ее нашел на улице, от кого-то удрала. Красивая? Так, уже несу, Катюшка. Сейчас приготовим лекарство. Иди, иди за столик. Чуть-чуть молочка. Так, так. Пару капель микстуры. Так. На выпей и будешь здорова. Так. Ты что делаешь? Разве дамы пьют из бутылки? Зря я тебе есть дал. Не зря. Что не говорите? Зря. Все больные капризничают. Ладно. Ешь, но как дама. Так. Так. Вот так лучше. Хорошо. Так. Ну вот, пожалуйста. Когда ей становится лучше, она сразу начинает спектакль. Это ведь женщина. Рите бы здесь обязательно понравилось. Ах, если бы все было так просто. Всегда у меня здесь кто-то есть. Ну, какой-нибудь пациент, разумеется. Вон петух перестал кукарекать. Ворон не хочет каркать. Ну а что, если ваш пес заразится и начнет нести яйца? Вот было бы здорово. Я так и думаю, Рита. Каждый обещает, а в итоге ничего. Тихо, тихо, друзья. Еще пока не конец света. А вы уже были у нас с Яной? Mm-mm. Нет? Тогда имею честь позвать свою землячку с ее друзьями за кулисы всемирно известного театра зверей имени Дурова. Ура!